Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Динечка, поздоровайся с своими друзьями. Привет. Приветули. Вы на канале Baby Go. Сегодня у нас игра «Узоры». У нас игра на координацию движений, и мы будем учить Дениса держать в руках ручку или фломастер. Сейчас мама будет рисовать узоры, а Дениска их будет обводить. Давайте нарисуем парочку узоров. Например, цветочек. Давайте цветочек нарисуем, покажем, что мы нарисовали. Цветочек. Вот, цветочек. Так, это узор номер один. Вот такой вот. Дениска. Узор номер один готов. Сейчас мама еще один нарисует узор. И ты будешь обводить. Давай, сначала тогда цветочек обведем. А потом еще какой-нибудь узор нарисуем. Смотри, Дениска, надо вот этим вот зеленым обвести синий цветок. Вот, вместе с мамой. Давайте, обводите. Так, ну, мы неправильно пока держим карандаш, конечно. Так, вот совместное творчество вот такое вот получилось. Мама с Денисом обвели синий цветок зеленым карандашом. Денечка, сейчас еще какой-нибудь узорчик нарисуем, и вы его обведете. Голубой. Голубым маркером, да? Голубым карандашом. Вот у нас карандаши. Давайте нарисуем улитку. Помните, как спиралька рисуется? Дениска, смотри. Мама нарисует улитку, а ты зеленым карандашом ее обведешь. Вот такая у нас получилась улитка. Смотрите, друзья, вот такая улитка. И сейчас Денис мам будет вводить. Денечка, как карандаш надо правильно держать? Давай попробуем. Вот так вот, да. И не надо его сильно сжимать. Давайте, обводите улиточку. Вот, хорошо. Сейчас полностью улитка перекрасится из синего цвета в зеленый. И у нас будет зеленая улитка. Кстати, друзья, вы знаете, что улитки — это деликатес? Мы обвели улиточку. Вот такая у нас получилась улитка. Денечка, давай сядем. Стульчик обратно. Садись, стульчик. Мы немножко расскажем. Друзья, это занятие позволяет, если мы методично им занимаемся, не пренебрегаем, развивать координацию движений и приучает ребенка к усидчивости, к письму, правильному держанию карандаша, ручки, неважно. Потому что чем чаще вы занимаетесь, тем, естественно, больше развивается моторика и работа кисти у ребенка. Да, День? В этот раз мы обвели цветочек и улитку, но мы на самом деле не оставляем наши попытки. Мы постоянно тренируемся, чего и вам рекомендуем. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы прощаемся ненадолго. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх. Пока-пока, друзья. Ну, что надо сказать? День. Пока-пока, друзья. Ты хочешь поцеловать друзей? Ну, иди поцелуй. Поцелуй. Пока, друзья. А сказать чего-нибудь? Пока. Пока.